Самые задумчивые бегуны в спортивном ориентировании. Это точно. Чемпионаты первенства Приморского края собрали 200 спортсменов, которым приходится не только быстро бегать, но еще лучше соображать. Спортивное ориентирование – сочетание двух главных условий. Это быстрые ноги, конечно, и ясная голова. И побеждает тот, кто сможет как можно на более высокой скорости или темпе наиболее лучше и точно читать карту. Десять команд из разных муниципалитетов прибыли в лагерь «Надежда» под Уссурийском. Местные спортсмены, по идее, обладают преимуществом, так как знают местность. Но если соперник мастеровитый, то он легко читает любую карту. Хоть днем, хоть ночью. Ну, ночной старт не пугайтесь. Дети будут бегать по территории лагеря. Они уже привычные и приученные у нас. Борьба ожидается серьезная. Возрастные категории 10, 12, 14, 16, 18, 20. И элита, и 40 лет. И вот такие, как я, ветераны, вот в группе 55 будут бежать. Найти все контрольные пункты и финишировать. Задача звучит легко и понятно на деле. Участникам предстоит пробежать не один километр и не дать усталости отключить мозг. Самое сложное – это ориентироваться, определять место, где ты находишься на местности. Самое главное – не заблудиться. А если все же заблудился, поможет аварийный азимут. По компасу всегда можно выйти к месту лагеря. Кому удалось выполнить все задания по карте, финишировать, да еще и показать лучший результат, тому спортивный разряд и медаль на шею.